Здрасте, на связи с вами жена Кхала Дрога. Всем привет, ребята. Выпьем сразу за вас чая. У нас сегодня по плану с вами супер страшная игра, которую мне посоветовала Iris. Iris. Вот, и мне кажется, я сегодня не сойду с ума. Да. Это не шуба, это кофточка. Но можно и сказать, что это шубка. Шубка-кофточка, yes. Окей. Короче, игра называется Night Security. As Irina said, it's cringe-astic. That's a separate theme of games. Окей, English. You understand? Так, ну что же. Мне кажется, я, конечно, сниму эту шубу, и я вообще не понимаю, как я буду в ней, но мне нравится, как она выглядит прикольно. Ох, ребятки мои, ща все подключим, ща все сделаем. Вот, да, и потом будет, конечно же, Алан. Wake! Я опять залагала, замечательно. Так, подождите. Настройка. Так, тут есть настройка вообще-то, блядь? Айрис, подожди, у меня все лагает! По какой-то причине. Приметик. Сейчас. Мне почему-то лагает игра, я не знаю почему. Ну, собственно, не игра, это у меня почему-то картинка начала лагать. А, нет, все. А, нет, чуть-чуть подлагивает. Не, не лагает. Да, я в шубе. Я жена Кхала Дрога. Приятно познакомиться. Нет, я просто решила, ну, утеплиться, типа, на улице снег, там все дела. Атмосферненько, так сказать. Короче, я не хочу в это играть, и мне страшно уже. Уютненько! Так, да, кринжастики, в общем. Хорошее название для жанра. Ой. Это вот такая скорость? Блин, а что-то так подлагивает вообще жестко. Сейчас. Может быть, графику нужно как-то... Я вообще не разбираюсь, если честно. О, кстати, управление. Право-лево, назад бег. Маус ноль! Какой маус ноль? Здравствуйте. Потом разлагает, да? Думаешь? Ну ладно. Ну, прям очень лагает. Прям капец. Почему она так лагает, вообще не понимаю. Блять, игра, она на коленке сделана. Может, ультра поставить, и он так не будет лагать? Не, ничего не сбилось, это точно. Странно. Очень странно. Ну, в ультре как будто бы даже лучше, нет? Нет, так это прерывистое. Прерывистое какое-то изображение. Суши. Нет, оно прям прерывистое. Вы видите? Вот я просто прямо провожу, и оно прерывается. О май гад. Сейчас потыкаю что-нибудь. О! Все! Короче, на низких настройках мы не можем играть. Можем играть только на высоких. Игровая зона. О май гад. Я не представляю, что меня здесь ждет. Графика вроде ультра, но, если честно, не знаю. Ой. Еще вот это можно открыть. Как? Е? Я хочу тортик! Днем рождения. Что вот эта стрелочка значит?
Не надо. А что вот здесь в двери-то? На нах. Ладно, погнали. Все хорошо, я просто захожу в туалет. Двери сами как-то открываются или что? Я, да, походу сами, потому что я ни на что не нажимаю, они открываются. Блин. Ну, пока не страшно, но так всегда, когда будет очень страшно. О, это моя жена, что ли? Крутяк. Здорово. А я на работу пошел. Опа. Вживую. Что, мы оделись, типа? Кто-то писает за окном. Ладно. Приветик. А я не могу выйти из дома. А, у меня еще одна дверь тут. Еще одна тёлка, что ли? А, это дочь. Я думала... А, Е, реально взаимодействие. Я думала, это моя тёлка вторая. Обсуждаю. У меня, кстати, такой же медведь есть дома. Только больше даже. Ну, на даче есть. О, размыть 5 раз. Зашибок. Ай, ладно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Оцениваем, пожалуйста. Ой. Happy birthday. Chila's calendar. Окей. Опа. Что-то началось по скрипту. Здрасте, здрасте. Ебать громко. А чё так темно? А, загрузка. Чё так громко-то? Мы приехали куда-то. Не надо! В смысле 7 из 10? 22 октября, охранник 35. 35 лет или 35 раз мой охранник? Это может быть наша новая работа? Не надо! Не надо растяжку сейчас. Давайте сначала пройдем что-нибудь. Соглы? Как взаимодействовать? Чего он мне не хочет открыть дверь? Я хочу попасть на работу. Я вот нажимаю, но не нажимается. О. Чего? Чё там? Блин, я не успеваю читать. Баловый шейх. А, растяжка есть? Делать? Ну, пипец. Я увидела, да. Ну, жесть. Так я только села, какая растяжка, людки. Растяжка это не то, что вы подумали, я не буду тут извращаться вот так. Это типа... Так, размяться чуть-чуть. В шубе это делать, это очень странно, я вам скажу. Реально. Ну, хорошо. Раз я уже делаю, надо смириться с этим. Надеюсь, на меня сейчас скримеры случайно не налетит. Но они пытаются меня напугать с помощью звуков, но... Со мной так не пройдет. Так, а что-то там красное появилось. Это было? Или нет? И что еще? А, и таз. 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 Все. Ой, жарко. Полезно, я говорю. Это реально полезно, так что вы помогаете мне. Мне радостно от этого. Так. Я не могу понять, как сюда заходить.
Ну ладно, видимо, просто как-то нужно найти это место. Стрелка часов указывает на 12. А, мы же охранником работаем. Итак. Да что ж такое-то? А. Я утратил связь с Кейга Ачиги, который в прошлом был охранником этого здания. Он, наверное, уволился. Отныне я буду полагаться на тебя. Видимо, в этой компании действуют правила, запрещающие любую сверхурочную работу после полуночи. Проверь часы, камеры наблюдения и список задач, прежде чем делать обход. С наилучшими пожеланиями, менеджер Ямамото. Ну, ребят, я не знаю, как взаимодействовать. Я уже на все кнопки, блин, понажимаю. Левый shift. Почему? Водичка. Нифига вы мне задание понадавали, я не успеваю. Так, проверить пожарные сигнализации в задних частях комнат и запереть двери, выключить свет в уборных. Если люди еще не ушли, отправить их домой. Пошли вон отсюда. Да что такое-то? Похоже на то, что некоторые работники до сих пор не ушли. А вы видите работников в этих камерах? А теперь я должен сделать обход и запереть двери, начиная с первого этажа. Вы видите работников где-то? Я не вижу ни одного. Да ладно. Да ладно, там стоит 101 евро? Да не может такого быть. У меня стоит минимум 101 рубль. Если вы про это. Странно. Ну кто там? Так, что там, пожарные лестницы? Что? Проверить пожарную сигнализацию в задних частях комнаты, запереть двери. Свет в уборных. Да, левый shift взаимодействия. Вы вообще понимаете, что это такое? Не представляю, что меня здесь ждет, если честно. Е! Холд, подожди. Ну, тут уже так, это... Напряжненько чуть-чуть. Так как тут света нет. Скотина, напряжная. Никаких аномалий. Сейчас просто выпрыгивает тварь какая-нибудь, да? Да? Не надо выпрыгивать, пожалуйста. Блять! Скотина ебаная. А чё ж ты без света-то, Люсь? Ты куда смотришь-то, Люсь? Блин, вот я вроде не напугалась, но напугалась. Такое как, это реально вообще? Это паук, да? Что там? Никаких аномалий. А что за аномалии ты хочешь встретить-то? Я не понимаю. А, чела нет. А нет, есть. Пись-пись. Опять мы себя не видим. Что ж такое-то? Там, надеюсь, никого нет? Как идти спокойно? Я просто гуляю. Сейчас ба. О! Тест на скример. Спасибо. Спасибо за занять. А, закрывать похибки. Закрывать двери зачем? Они, видишь, сами закрываются. А зачем мне двери закрывать, если я так забуду, в какие комнаты я заходила? А, вы новый охранник! Время уже поджимает, да, поджигает жопку. Думаю, завтра я займу своих подчиненных оставшейся работой. До встречи. Давай, за тобой пойду, пожалуй. Тут ни одной страшно. А мы откуда вышли-то? Отсюда? Выходи быстрее, мне так страшно. Свет погасили, да? Нажимай Е.
Зачем? Я-то думаю, что за Е, если левый shift нажимаю и нормально. А здесь нельзя. А чё ж туалет ты не закрываешь-то, Люсь? Работа такая! У меня донаты добрые, так что это... А это тоже надо закрывать? Нет. Я не люблю... Я, кстати, никогда не задумывалась над тем, делать ли мне страшные донаты. Просто мне обычно... Это не я, кстати. Просто мне обычно и так страшно, что я как бы не задумывалась даже. Никаких аномалий. А что за аномалии-то у него могут быть? Вы тут были? Ой, я тут дверь, получается, закрыла, прикиньте. И не смогу войти, получается. Это стрёмно, стрёмно. Так, ой. Ну, пока не страшно. Это я выполнила задание? Да, вот я так и делаю, Люсь. И у меня, видишь, что-то даже звук проигрался какой-то. Ну, все получается. И что получается? Похоже на то, что некоторые работники до сих пор не ушли. А теперь я должен запереть двери, начиная с первого этажа. А я же заперла все двери. Заперла! А, лифт. Окей. Вот здесь лифт, да? Вот лифт. Так. Не знаю, на какой этаж поедем. Первый F. Что? Сделай лоу? Лоу-кик, типа? Или что? Зачем? А зачем? Мне он нравится такое, а чего вам не нравится? А зачем делать? Я не хочу, я боюсь. Да? Блин, ладно, давайте попробуем. Куда еще страшнее это? Я сейчас и так буду орать. Нет, подлагивает вообще. Блять, почему так-то? Нет, то же самое. Очень странно. Ультра подойдет, Люсь. Не надо. Вот, отлично, вот так. Пись-пись. Свет выключаем. Блин, я боюсь. А почему ты, кстати, называешь их это кринжастиками? Что в этом кринжового? Типа, что графика такая? Или какая причина? Здрасте, здрасте! Что такое? Странное у нее, конечно, лицо и волос, я вам могу так сказать. А, ты, наверное, А, ты крутой. Давай меняемся контактами. Она ко мне подкатила, у меня есть жена. Я не смогу уйти, пока не получу твои контакты. Обещаю, ты не пожалеешь. Хе-хе-хе, лучше не игнорируй меня. До свидания. Фу. Так, никаких аномалий, ребят, все хорошо. А, ну да. С этим соглы. С этим соглы. Все, я заперла. А, нет, звука не было. Звука не было. Так.
И вот здесь. Так, а чё? Ещё не всё, что ли? А чё, звука не было? Люся, звука не было и всё. Ну, начало затянуто с этим соглом. Типа то... А, может быть, вот здесь надо выключить? А, я уже выключила. Странно, у меня звука не было, и что делать? А, вот еще туалет. Блять! Охрана. Может, пожалуйста, Можете, пожалуйста, оставить свет включенным, а то я не докакал. Я его выключу позже. Хорошо. Ой, ну да, это, конечно, долго, я вам скажу. Долго. Ну ладно. Езжай, пожалуйста, наверх. Не знаю, у меня вообще на лайте, если честно. Типа я не, ну, не могу даже предположить, что тут будет, потому что я так трейлер мельком посмотрела. Ну, типа, после Алана Уэйка у меня как будто бы немножечко иммунитет появился. Чуть-чуть. Вот. Потому что, а вот то, что в Alan Wake, это пиздец полный. Опа! Здрасте, здрасте. Темно. Темно. Никаких аномалий. Темно, Люсь. Так, Люсь, подожди. Блядь! Сука, мразь. Спокойно. Я уже не знаю, чего я пугаюсь вообще. На добавление в донаты. Хорошо, хорошо. Это идея хорошая, согласна. Тебе бы лучше закончить до завтра. Мы телек типа смотрим? На что ты уставился? Ага. Эй, ты меня слушаешь? Нет. Походу. Ты меня слушаешь? Нет. А, какой сейчас курс? Я на самом деле не знаю. 100, наверное. Трэш, да? Просто жесть. Когда вообще такого никогда не было, мне кажется. Как мне до этой кнопки дотянуть? А, вот. Сейчас будет напугаловка. Никаких аномалий. Спокойно. Ненавижу этот звук. Это звук обычно в стрёмных играх. Закрывание и открывание дверей. Чё там? Девяносто семь, да? Офигеть. Закрывай! Ты, блядь, закрой. А туда кто-то зашел. Он сейчас выскочит? Темно, 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 темно. Мы тут были или нет? Да. Там кто-то сзади. Да нет, вроде никого. В туалете мы в оба туалета зашли, я что-то не помню. Ой. Ой. Немножечко ёбнулись двери, но ничего. Ну ничего. Почему вы выключили свет? Разве я не просила его оставить? Вот и сиди там, в одиночестве. Какать дома надо, понятно? Подожди, это мы же уже обходили этот этаж. Это, наверное, монстр какой-то, я не знаю. Который перемещается по этажам. И хочет нас запутать. Запутать. Ой, это что было? Вот это что такое?
Типа, сколько этажей я обошла или что? Ой! Куда мы поедем? Открывай. Типа, это закрыть. У тебя все хорошо? Прикиньте, вот такую бандуру себе домой купить. Это же жесть. Я не представляю, сколько она стоит. Что, не могли вперед пойти? А-ха-ха-ха! Люминесцентная лампа мигает. Нужно ее заменить. Давай. Люминесцентная лампа вот погаснет. Нужно ее заменить. Давай, козел. Где же я найду тебе эту лампу, ты скажи. Давай, ну. Где же найду лампу? А я не знаю, где я найду ее. Я сейчас выйду, он меня обосрет. Да? Блин, я больше не буду в такие братики играть. Мне от них плохо. Видите, кто-то дышит. Внутри все еще есть люди. Блядь. Ууу! Здорово. Это опять вы. Мой босс хочет, чтобы я закончила работу к утру. Но это просто невозможно. Никогда не думал, что быть работающим взрослым так сложно. Они даже сказали мне освободиться вовремя, до полуночи. Должно быть, они просто шутят надо мной. Вы единственный, кто знает, как я стараюсь и перерабатываю каждый день. И когда я вас вижу, у меня поднимается настроение, потому что это значит, что я могу идти домой. Но, видимо, я пойду. Да, новый причесон. Увидимся завтра. Да, я себе нарастила волосы, вот. Мне нрав. Прикольно. Сразу открою двери. А что вот здесь? Это библиотека какая-то? Мразь. Ну! Кто-то открыл дверь. Ну, это, наверное, этот чел, которого мы сейчас домой послали. Я не буду смотреть и поднимать глаза. Так, закрывай. Да сука! Его, да ты дурак! Стрём. Ладно, стрёмно стало, хорошо. Может быть, вполне может быть, вполне может быть. А здесь было открыто? А, вот лампа. Получена люминесцентная лампа. Давай. Я жду. Они, знаете, вот до конца, сука, тянут. И потом пиздец будет. В конце. Ну или сейчас. Ну хватит! Ты там обосрался, что ли? Ну. Такое ощущение, что это у меня вырубилось. И чё мы... Так, ну все вроде бы. А, нет, не все, смотри. А что, по новой, что ли, закрывать? А я не закрыла это, что ли? А я не закрывала разве? Подождите, я все здесь закрывала. Почему он? Да. Так, и что? Нет, что-то я не сделала, смотрите-ка. А вот здесь свет не выключился. Скажет. Какого хера ты не мне выключил свет, дурак? Включи мне свет! Включи свет! Блять, так всегда разворачиваться стрёмно в таких играх. Да нет, там тоже не так уж и темно. Ну, может быть, поэтому мне не стрёмно, я не знаю. Здесь вообще света нет. На этом даже довольно темно. Нужно проверить электрощитовую. Отсутствует предохранитель. Знаю я, когда отсутствует предохранитель, что это будет, блядь. Будет пиздец. Я уверена. Ну да. А что тут вообще ожидать от этой игры? Ты мне скажи. Сначала нужно включить свет. А где я тебе найду предохранитель-то, Люсь? Ля-лю. А, ну, предохранитель в туалете, он вряд ли лежит, да? А, вот сейчас уже стрёмно, да.
Предохранитель в туалете, думаете? А, вот, предохранитель. Кровь. Козлы вонючие. Блядь, тут еще хуй пойми, куда идти. Ёб твою мать. Ёб твою мать. Куда мне идти? Это жестокость! Тут нет конца! Тут конца нет! Блядь! Ну и куда идти-то? Вот козлы, а вот козли. Все черное стало, пиздец. Ну все. Компот разлили, да. Опа. А где предохранитель-то? Ну и что делать? А его не смущает то, что он попал в такое помещение? О-о-о. Блять, мы не нашли, сука, ничего. И как? Куда мне идти? О май гад! Ой, блять, я подумала, это лицо чье-то. Так, я туда налево... А, нет, это я сюда пошла. А вот здесь? Хм. И как мне найти предохранитель? Он будет просто на полке лежать? Так. Пожалуйста, блядь! А, это мы обратно пришли. Да-д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 а. Может, он просто на полу валяется? Я его... О, вот здесь... Блядь! Мне страшно, Люся, мне страшно! Люся! Привет! Я пойму? Как я пойму-то? Опа! Я поняла, походу. Нет? Блять, еще обратно идти, ёб твою мать. Ну, конечно. Вот где еще может лежать предохранитель, да? Только здесь. А тут скример на этой игре или что? Или что? Чего тут ожидать? Скажи мне. Спойлер, что будет темно. Надо будет идти. Блять, как стрёмно, пиздец. Ну да, когда вот так, это пиздец. Я прям обосреваюсь уже. Я не могу не волноваться, когда играю в такие игры. Кто вообще придумывает такие игры, мне интересно. Ой, это кто-то выглянул там? Привет! Или мне показалось? В тишине это вообще жесть, мне кажется. Что, тоже мокро, что ли? Та женщина везде свои всякие разбрасывает. Говно нахуй! Говно, сака. Это та, которая ссала и просила у нас номер. Поняли? Вот ты где. Свет все еще не загорелся, так что не мог бы ты дернуть 4 автоматических выключателя. Я? Я ухожу. Удачной работы. Три автоматических выключателя. Ты мне скажи, как они выглядят. Я еще не закончила патрулирование. Мама! Все, Ир, я выключаю. Мне страшно. Раз. Блять, они знают, когда меня напугать. Они это знают. Они это знают, а я этого не знаю. Что делать? Два. Люсь. Сейчас здесь будет эта женщина, которая просила у меня номер. Господи. Пожалуйста, не надо. Это я подняла или опустила? Что? А, типа в комнате, чтобы было темно? Ну, вот это же вайб. Да, наверное, да. Ой, свет включился. Та девушка уже должна была уйти. Надо убедиться в комнате в наблюдении. Ну, на первом этаже, что ли? А, вот комната наблюдения.
Жесть. Чё? И чё? А. Для тупых. Так, двоев. Сейчас будет обосракон. Вы готовы? Твой парень работает охранником, да? Ага. Он вполне хорошо выглядит, но... Разве он не встречался с ней раньше? Ага, все это знают, но за исключением этого охранника. То есть, это фактически... Какой ужасный способ сказать это. Но я в целом, я покорила его своим телом. Серьезно? В любом случае, он мне не ровня. Я более очаровательна, так что это было неизбежно. Ты настоящая дьяволица. Пользуйся большим... Сука, говно нахуй. Я пати не бегают. Она ее ёбнула, судя по всему. Это реально кринжастик. Она самоубилась, что ли? Блять, он идет сюда, да? Это хоть какой этаж-то, блять? Это мой этаж, сука. Блять, ёбаный рот. Я не пойду нахуй. Я знаю, что это за моей дверью. Ну, пускай смотрит, блядь, что я могу сказать. И не пойду нахуй, это пиздец. Вот просто самое тупое, что как бы ты не можешь не пойти, тебе надо идти. Ай! Да, ты где, давай, ну чё, ну чё? Дура, блядь. Ух. Надо наложить бит какой-то. Нам так повезло! Верно! Благодаря мы можем освободиться пораньше. И она берет на себя полную ответственность. И что, если уволился? Что ж, это было бы весьма проблематично. Если она это сделает, я могу в конечном итоге и обидеться на нее. Ты права. Ебать, заржала. Это было очень громко. Давай. Бумажка. Тот момент попал на камеру наблюдения. В подобном месте я не могу поверить, что она увольня... Что она... Я увольняюсь от работы. Кэйги Ачиги. А кто это написал? Мы Кэйги Ачиги или нет? Третий, шестой этаж. Ну, судя по всему, нам либо на третий, либо на шестой. Потому что камеры-то не работают. Да? Но нам все равно обход делать. Блять, я тут уже делала обход. Как это ты не закончил, блять? Все ты закончил, не надо врать. Его вообще ничего не смутило, я так понимаю, да? Типа, что здесь кровь? Ну, похуй, что ли? Получается. Он бесстрашный? Ну, знаешь, я не бесстрашный, так что не надо это. Если мы, конечно, не были бы в фильме «Дивергент», я бы, конечно, за бесстрашие играла бы. А заперто. Ну, а так, как бы, ну, я не бесстрашная, понял? Ну нет, на самом деле, если сравнивать Welcome to Kowloon, он страшнее, чем этот. Подождите-ка, а сейчас настройки, управление. Действие, я думала, это написано было бег. Странно. Типа бегать нельзя, почему было вначале написано бег? Заперто. И чё? Бля.
Никаких аномалий. А что ты за аномалию-то хочешь здесь встретить? Я вообще не понимаю. Блять, она закрылась сама, нахуй. Уходим. Уходим. Не, ну реально, если сравнивать с Кавлуном, Кавлун это просто жесть. Чё такое? Ты чё, упала? А почему мы этого не слышали вообще, как он упал? Мне кажется, от этого должен быть такой звук. Просто пиздец. Идем на шестой этаж, где вообще отключены камеры. Я увидела, там просто закрыта была дверь, куда они вели, и как бы... Здрасте-здрасте! Она в ахуе, смотри. Я тоже. Все завалено. Но мне эта музыка нравится, она спокойная. Она меня немножечко успокаивает. А что она... Почему она зависла? У меня такой вопрос. Почему эта женщина зависла? Типа, у нее настолько шок? Да уж. Никаких аномалий. А чё музыка-то выключилась? Я хочу с музыкой ходить хотя бы. Не стрёмно. Мне вот с этой музыкой более спокойнее. Она реально спокойнее, когда эта музыка играет. Но в чем-то подвох, да? Нет, не надо включать, судя по всему. Блядь, не надо! Спокойно. Не надо, не... Не надо! Не надо! Не надо! Не надо! Блять! Сука! Не надо! Все спокойно. Растяжка опять! Сейчас. Закрой двери. Пускай пока хотя бы так постоит. Ой, ребятки! А чё опять растяжка-то? Уж лучше рыгнуть 5 раз, чем растяжка-то. Фух, я просто сегодня делала спорт. Поэтому мне немножко тяжеловато приседать. Вот. А так, спасибо за растяжку. Господи, я подумала, что это такое. Это моя тень. Все хорошо, ребят. Я не буду спать с включенным светом. Я, кстати, себе купила такую лампочку, которую можно выключать через 30 минут. Ты типа ставишь таймер, ну, умная лампа, и через 30 минут она выключается. Это очень удобно, особенно для тех, кто играет в ужасы. Я просто ставлю ее на минимальное значение и ставлю таймер. Ну, а если я не могу заснуть, я ставлю ее на 50 минут. Что там еще? Таз мы сделали. Что еще? Еще вот это. Прохруст. Все. Все. Прохруст! Все. Поздравьте меня. Если можно не спать. Как это не спать? Надо отдыхать. Потом играть снова и бояться. Паук не хочет отдавать мои волосы. Отдай. Вот видите, мы стояли закрытой дверью, и нам было хорошо. Может быть, здесь останемся? Ха-ха-ха! Отсутствует несколько кнопок. Ну,
нужно их найти. Он вообще, ему похуй, он просто на лайте, как бы, извиняюсь за мат. Они должны быть где-то неподалеку. Неподалеку? А ты что, в воздухе? Тебе нормально там? Ой. Видимо, ему нормально. Раз он в воздухе так. Опа. Забраться наверх. Так забирайся. Что будет наверху, интересно, да? Ну да, ну не, я не забуду, что она сама выключается. Кнопка. Ибо где еще может быть кнопка, да? Трэш. Ну и кринжастики, конечно, кринжастики. Итак, ты мне скажи тут, насколько страшно? Ты мне сказала, что тут пиздец. Я просто уже не знаю, чего ожидать. Ты мне просто хотя бы примерно скажи. Тут пиздец или не пиздец? Ай! Это шарик, что ли, или это человек? Что-то понять не могу. Ну, мне немножко страшно. Почему? Я пару раз же немножко обосралась, правильно? Так это шарик, получается, это не рабочий. Да? Ого. Ты что на мою жопу смотришь, слышь? Совращенец какой. Под юбку посмотрел. Ну ты и трэш, конечно. Да. Мама! Что это за звук? Это типа мы по плитке ходим, да? Погуляем. Чуть-чуть. Это что за дверь? Опа. Мы так ходили. Так, кнопки сначала вернем на место. Тут, кстати, и не пару кнопок, тут еще две кнопки надо найти. Подаришь? Во всех частях разные концовки. Блин, я не представляю, что тут может быть за концовка, если честно. А, блин, а где найти еще кнопки? Спасибо, если подаришь, это очень... Скотина, блядь! Я не просто не ожидала, что он... Ой, я не ожидала, это реально, я не ожидала, что он выглядит так. Я, ну, как бы я помнила, что он там, ну, странно. Ну, давайте еще раз заберемся. Жесть. А, про стримершу я что-то видела. Нету. И что делать? Где еще? А где еще? Блин, надо по углам смотреть, что ли? Ой, за пара. А эта игра сколько длится? Это не кнопка? Да, про стримершу я что-то видела, но я не играла в нее еще. Я хотела. Кринжастик. Чуток осталось, да? А можно бы сказать, где находится... А, вот еще лестница стоит, что-то даже не увидела. Блин. Ну, привет. Я ухожу. Нет, ну реально, после Алана Уэйка как будто бы чуть-чуть иммунитет появился. Ну ты попробуй поиграть в Алана Уэйка потом. Ты поймешь, о чем я. Ты просто поймешь.
Это вторая лестница, да? Ага, ну все понятно, где теперь найти. Ой, вот Alan Wake, разработчики, они прям разбираются в ужасах. Они прям знают, что нужно делать. И делают это профессионально. Кто они? В Alan Wake? Слушай, это не базовые скримеры. Базовые скримеры — это как... Это когда ты ожидаешь... Это когда ты знаешь, когда будет... Блять! Вот это был пример не базового скримера, нахуй. Ну и, короче, в Alan Wake там вот примерно так же. Ты не знаешь, когда вылезет. Пиздец. Мне почему-то показалось, что в этой игре ничего нет. Блять! Я не виновата, что я не смогла ничего сделать. Потому что они мертвы. Все исчезают из-за них. Я не сделала ничего плохого. Это все их вина. Давай! Иди сюда! Иди сюда! Открывай дверь, дура! Дура тупая. Тварь. Ненавижу тебя. Мразь, не напугал меня. Думаешь, напугаешь, да? Козёл, а? Вот козёл, скотина. Мне наоборот это в угар какой-то уходит. А злобу. Никаких аномалий. Да, у меня реально, если я часто пугаюсь, мне это прям в злобу, знаете, уходит. Скотина вонючая. Нет, у меня не турецкий, у меня Казахстан. А чё? Типа там не подарить, да? Да, в Alan Wake там экшен, да, согласна. Но я таких игр... Блядь, я же закрыла! Вот, короче... Парасошел. Да ничего страшного, я не думаю, что он так дорого стоит. Похибки. Похибки. Очень приятно. А я, которые игры мне не понравились, я их, кстати, сдаю, потому что... Ты знаешь, да, эту тему? Вы знаете тоже. Понял. Ну давай же. Или это вы тут были, да? Вы тут были, да. А, ты коллекционируешь? Давай, давай, давай! Давай, давай, давай! Все хорошо. Выжили в этом этаже. На этом этаже. Барзон я не играла. Коллекционер Кринжуль. Что я коллекционирую? Одежду. Мне на самом деле, я могу вам сказать так, у меня в последнее время вообще зависимость от покупок. Это какой-то пиздец. И я сейчас себя максимально ограничиваю. Типа, установила лимит в месяц. Трат. Значит, это был пиздец. Не знаю, мне прям приносит это какое-то удовольствие. Типа я... Чем дороже покупка, тем больше экстаза ты получаешь. Вот, и я поняла, что это как бы уже выходит из-под контроля. И решила себе... Блять! Я не открывала. Вот, и решила, короче, поставить себе лимит в месяц. Ну, это нормально, я считаю. Каждый может с этим столкнуться. В этом ничего страшного нет. Вот. Просто сейчас борюсь с этим. Но, кстати, вот сегодня первый день. А вот здесь еще есть люди. Какие люди в этом помещении? Ты мне скажи.
Отжимался, да? Сколько подходов сделал? Надо по 5 делать подходов. Вот дерьмо, я уснул. Уже так поздно. Что с тобой? Ты продолжаешь приходить снова и снова. Стоишь там каждый раз, когда я просыпаюсь. Ты все это время был здесь? Ладно, как бы то ни было, не знаешь, где мой босс? Он уже ушел. Этот чертов харассер сказал, что не уйдет сам, пока не уйдут остальные. Я тоже ухожу. Давай, иди, дорогой. Что ты за пердеж? Кто-то пердит, слышите? Ну-ка, пердани еще раз. Странно, а как он просто по лестнице пошел? Почему он не на лифте поехал? Во! Что это за... Кто-то пукает, получается. Кто-то кряхтит. Никаких аномалий, блядь! То, что стул крутится сам по себе, это никаких аномалий, ты считаешь? Выходим, блядь. Быстрее! Закрывай эту дверь! Извините. Страшно, пиздец. Ребята, куда я иду? 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 Куда я иду с пятачком? Блять. Что это, блять? Что такое? Получен ключ от аварийного выхода. Бэйби, 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 ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иди ко мне, иди ко мне. Ха-ха-ха. Иди сюда. Иди сюда. Иди. Все, я сошла с ума. Я сошла с ума. А, мы уже на этаже. Уходим, уходим быстрее. Там какая-то женщина, у нее длинные рукава. Значит, похоже, кнопки лифта на этом этаже не работают. Я поднимусь наверх через аварийный выход. А, ну все, хорошо. Иди, иди, иди. Иди, иди уже, блядь, иди. Я не смотрю, я не смотрю. Господи, ты-ты-ты-ты. Блять, пиздец. О, ним всего лишь никаких аномалий. Стулья наверху. Стулья находятся наверху, и аномалий нет. Да? А, доска кровавая. И у него, видимо, это нормально. Судя по его реакции. Как бы похуй. Максимально. 10-й этаж у вас, я вам скажу, не очень приятный. Я вам советую сделать ремонт, чуваки. Ну, это вообще не дело. А если к вам придут сотрудничать, то есть ни одна корпорация не заглянет к вам, потому что у вас такой ремонт. Вы это должны понимать. А вы этого, походу, не понимаете, судя по всему. Это я закрою дверь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я, слава богу, туда не заходила, и хорошо, и хорошо. Шопоголик, да. Не заводится нам. Господи, какой трэш. А мы, я так понимаю, идем через этот лифт, да, или нет? Подождите, я отключу уведомление. Да, но мне не то, что похуй, мне просто страшно. И чё? И куда? Да, это мне приходит. Блин, а чё, слышно было, да? Ну, извините. Я думала, не особо слышно. Ой! Ой! Ой!
совсем не напугалась. Быстро я прошла. Мы падаем! Мы падаем! О, нет! Так, ну и финальный скример, судя по всему, сейчас будет. Давай, напугай меня! Я не хочу пугаться, просто уже... Её там голова, блядь! Ха-ха-ха. Здрасте! Здрасте! И что это вы мне показываете? Ходить назад все умеют. Сейчас будет, сейчас будет. Сейчас, сейчас она будет. Давай. Ублюдки. Ладно, идем. Извините за мат, пожалуйста. Ну, когда я пугаюсь, я не могу себя контролировать. Это нормально, я считаю. Переводите, что на стенах написано, я же не понимаю. Это какой-то еще один этаж. И охранника до сих пор не смущает, что мы в этом помещении делаем патрулирование. Не хватает кабеля. Так это еще же не конец игры. Ты что мне говоришь, конец? А куда твой фонарик подевался? Ты мне скажи. Получена окровавленная крышка. Думаю, получится отмыть эти пятна. Какие пятна? Крышкой ты будешь мыть пятна? Чего? Ну, как-то странно немножечко, нет? Крышкой помою пятна. Ведь делать-то больше нечего. Ой! Ли-ли-ли-ли-ли-ли-ля-ля-врум-врум-врум-врум. Ой, спасибо. Ну, видите, патрулирование уже не надо делать. Спасибо большое за донат. Очень приятно. Тут были? На всякий случай здесь посмотрю. Сейф. Какой приятный звук. Ой, какой приятный. Чуть не открылось. О. Ой! Кабель отдавай. Сиди там. Ничего не показывает. Ничего не показывает. Как это? Мы же кабель-то вставили. Ну ладно. Что тут еще? Как? Я подожди, я еще вообще не прошла, даже близко, мне кажется. Может, это почти конец, конечно. И что тут делать? Ну ладно, давай в туалет сходим, посмотрим. Опа. Что там? А, он отмывает. Он решил помыть тут что-то. Крышка отмылась на крови. На ней нарисованы две линии. Это мне показывать не будешь, что ли? Ну что так, что я за тебя играю? Ты мне должен показать. Не хочет. Он не хочет мне показывать. Что мне делать? Так. Ничего не показывает. Может, нам вернуться туда? Две линии. Подождите, две линии. Это так это, наверное, пароль. Мы вот здесь, наверное, его узнаем, судя по всему. 9 и 6. И что? Блин, сейчас подождите. Маленькая. На 9, большая на 6. И что? И что это значит? На 9. А как? А, может быть, вот так? Нет? Чё, как это, блядь, понять? Иди к раковине. Ну, мне жутко, я согласна, жутко. Жутко, да. Ничего, как бы, другого не скажу. Блядь! Открылась, сука. Получена видеокассета. Ой, я любила кассеты, кстати. Мне нравилось их перематывать. Да. Yes. Ну давай. Удиви. Стрём, блядь. Ну.
Козлина. Сейчас меня напугает, урод. Сейчас. Ну и что так долго-то, ну? Они подготавливают меня к ужасам. Чтоб я напугалась. Не хочу. Аист. Я Люб. Я больше не могу здесь оставаться. Нужно выбираться отсюда. Да ладно, я думала, ты тебе нормально. Сука, урод. Смерть? Не думаю, она прошла. Сука. Как? Что мне делать? Я Люб. А, другие двери, хорошо. А где тут другие-то двери, Люсь? В соседнюю, типа? Хуйня. Опасная. Вы думали, это хухры-мухры, а это не хухры-мухры, ребята. Это очень опасная работа. Night security, кринжасик! Блин, мне понравилось, прикольно. Ну, атмосферненько прям. Прикольно, что такая графика, типа, стрёмная. Мне понравилось. Другая концовка, если пройти ее еще раз, типа? Капец. Ой, тут еще не конец. А типа его можно спасти, да, получается? А, это перемотка в обратную сторону. Типа это заново, что ли? Это что, показывает, как я это все проходила, или что это такое-то, я не понял.
А, концовка один. А, все, я понял. Ой. Ну что я могу вам сказать? Это было хорошо. А как называется он? Я, скорее всего, буду его проходить не сегодня, потому что я хочу сегодня еще в Алана поиграть. Парасошиал. Сейчас посмотрим. Парасошиал. А, это еще один кринжастик, типа, от этих же разработчиков, да? Ну ладно, давайте сыграем, пофигу. А, ну мне все равно качаться сейчас будет. Сейчас посмотрим, насколько быстро откачается. Сейчас. Так. Сейчас, ребят. А какая вторая концовка, ты можешь сказать, Ир? Скажи. Вдруг там это... Ну, я не буду переигрывать, это стопудово. Вот, мне просто интересно, что там за вторая концовка. Типа, мы спасаемся или как? А, то есть у меня плохая концовка, судя по всему, да? Блин. Я думаю, у меня хорошая. Да сейчас... А, вот уже почти скачалась, кстати. Да, можем сейчас в нее зарубиться. Блин. Так получается, от твоих действий зависит концовка? Офигеть. Ну и ладно. А, ну и ладно. Так, уже почти скачалось, прикиньте, 55%. Это все потому, что я провод купила, ребят. Если бы не провод, то этого бы всего не было. Ну да. Ну, получается, наверное, надо было на лифт, может быть, бежать. Да, this is spider. Spider-Man. Кстати, все, из всех супергероев Марвела мне нравился Человек-паук, Железный Человек. Вот Железного Человека вообще обожала, потому что там, ну, он сам по себе такой харизматичный, прикольный чел. И прикольно, что, типа, это не то, что его там кто-то укусил, или у него какие-то суперспособности, что он сам, по сути, создал машину, как бы, и сражался против зла. И еще мне нравится, конечно же, Доктор Стрэндж. Вот. И тоже нравится не потому, что у него сверхспособности, а то, что он это приобрел, типа, своими практиками. Вот. И мне это очень понравилось. Ну и сам, конечно же, Бенедикт Камбербэтч мне тоже очень нравится, потому что он играл Шерлока, а Шерлок — это просто любовь. Паук. Алла Ведьма, я, кстати, ну, вообще не понимаю этой темы с ней, вот, возможно, я не смотрела про нее отдельный фильм, про нее же есть какой-то отдельный фильм, да, или что там, вот, да, я знаю про Five Nights at Freddy's, кстати, тоже прикольная идея в нее поиграть, вот, но я не могу с такого сыграть, особенно в такие, вот, ну, когда-нибудь, да, когда-нибудь сыграю, но я ее, если честно, так, типа, не очень. Не знаю. Вот. Я на самом деле расстроилась, что если кто смотрел Ведьмака, вот они прикольно выпустили новый сезон. Это самый мой любимый сезон. Вот. Он сам потому что адекватный. Но я не представляю, как и что будет с новым Ведьмаком. Там же заменяют этого главного актера. Он вообще, на самом деле, вот этот актер, который был, он идеально вписывался в роль... Да, мы, по-моему, с вами даже об этом говорили. Вот, то, что его заменят, это вообще трэш. Да я знаю, что она самая сильная, да. Нет. Да, Генри. Генри. Вот я, кстати, играя в Baldur's Gate, вот уже думаю, что лучше, типа, Baldur's Gate или Ведьмак. Ну и вот я не могу понять, потому что мне очень нравится, что в Ведьмаке сам сюжет и сам персонажи, но Baldur's Gate — это просто какая-то отдельная вселенная. Сейчас, ребят, я стрим переключу, секундочку.